Я вам скажу абсолютно честно, если бы не вы, то, скорее всего, это видео не увидело бы света Божьего, потому что вы меня просили, а потом просили еще снять видео о магнитных ресницах. И если вы до сих пор еще не заметили весь шик, блеск и красоту магнитных ресниц, которые сейчас находятся на мне, то я вам во всех подробностях и со всеми пристрастиями расскажу вам о своем впечатлении от этого ноу-хау. Ресницы эти я заказывала с китайского сайта, и упаковка выглядит вот так вот. И, кстати говоря, вот как только я заговорила о китайском сайте, сразу хочу вам напомнить, если вы еще до сих пор не знаете, что 11 ноября во всех китайских магазинах начинаются очень большие распродажи. У них каждый год 11 ноября начинаются распродажи, и куда бы вы ни зашли, на какой китайский сайт, там обязательно будут какие-то приятные цены. Поэтому, если вы что-то планировали покупать на китайских сайтах, то я вам советую немножко подождать и дождаться 11.11. И я вам сейчас хочу прорекламировать сайт, который называется Rose Girl, на котором скидки уже начались, они даже решили не дождаться 11 ноября, и сейчас на нем можно найти скидки до 55% и даже выше. Что особенно интересно, вы можете получить двойную скидку, получить $5 за заказ от $50 с промокодом, который вы видите на экране, либо вы можете получить минус 11% с другим промокодом, который тоже я вам сейчас показываю. На сайте тоже можно найти категории, где двойные баллы можно заработать. Также товары от $1.11 и до $11.11. Платье и верхняя одежда сюда включена. Большой размер, что, кстати, немаловажно, на китайских сайтах, особенно топы и леггинсы. Для дома товары довольно интересные здесь есть. Товары для мужчин. Аксессуары, кстати, здесь есть парики, как из натуральных волос, так и из искусственных. И я вам такую небольшую затравочку покажу, что я заказала с этого сайта. Вот такой вот свитерок заказала, причем обратите внимание на состав, очень нетипичный для китайских сайтов. Вот такой вот свитерок я еще заказала. И помимо одежды мне еще попалась вот такая вот карусель для косметики. Очень удобно ставить такую штучку на стол. И хоть она и дорого стоит, но я решила, что эта распродажа будет отличным способом купить это немножко дешевле. Все ссылки вы, конечно же, найдете в описании. И, собственно, давайте приступать. Итак, на ваших глазах сейчас будет исполняться просто смертельный номер. Вот так вот выглядят две половинки этих ресниц. По сути, это одни и те же ресницы, просто видите, вот здесь вот такой вот блестящий момент, это и есть магнит. Принцип заключается в том, чтобы подложить одну ресничку под ваши ресницы, вторую над, и таким образом они как бы защелкнутся, вот только что это вы видели, и вам на глаза не нужно будет наносить клей. Зацепилась, есть контакт. Только посмотрите, какое это уродство вообще. То есть зацепилось это все за кончики моих ресниц, и выглядит это отвратительно. Давайте пробовать еще раз. Есть некий страх такой. Я попробую вот так вот на закрытых глазах, может быть. Хьюстон, докладываю, у нас есть сцепление, повторяю, у нас есть сцепление, посмотрите на это, я их зацепила, наконец-то. Если честно, мне вообще не нравится, что у меня получилось. И проблема в том, что магнит здесь не по всей линии ресниц, а только посерединке, поэтому внешний и внутренний уголок вот так вот гуляет в разные стороны просто. И помимо всего прочего, эти ресницы еще и половинчатые, то есть они не доходят до внутреннего уголка глаза. И как-то получается, что они слишком длинные, то есть у меня здесь как будто вообще ресниц нет. А здесь резко начинают вот такие вот елочки расти. И, кстати, хотите прикол, после которого вы поймете, что все вообще, все ложь? Если бы я хотела вам продать эти ресницы, я бы вам сейчас показывала вот этот ракурс. Зацените вообще, какие у меня реснички, супер натуральные. Класс, вообще такие красивые, еще и без клея.
вот так вот просто прицепил на магнитах за одну секунду и в реальности получил вот такую вот фигню. Ладно, давайте я сейчас прицеплю эти ресницы еще и на второй глаз, и мы с вами подведем итоги. Что ж, я скажу абсолютно честно, что когда я заказывала эти ресницы, я не ожидала, что это действительно будет какая-то панацея, что я полностью откажусь от накладных ресниц в пользу этих. Я сразу понимала, что видео, скорее всего, получится развлекательного характера, нежели это какой-то действительно полезный обзор получится, но, как я и сказала, вы очень часто меня об этом просили, писали в личку, писали комментарии. Что ж, если вкратце, то я не думаю, что эти магнитные ресницы могут кому-то понравиться. Без клея они все равно не лягут на ваш глаз так, чтобы это действительно выглядело правдоподобно. И вот, кстати, сколько я не смотрела обзоров на эти ресницы, вот как-то никто не задался вопросом, как они вообще себя поведут на улице, потому что я не знаю, где как, но в Одессе часто бывают, например, штормовые предупреждения. И ветер такой, что не только ресницы нафиг сдувает с глаз, но также и крыши вообще может сорвать с домов, поэтому я уже вообще молчу про ресницы. Ну что ж, хорошие новости заключаются в том, что ресницы у меня с глаз не сдулись, то есть они до сих пор находятся у меня на глазах, и это им единственный плюс вообще в этом обзоре, поэтому я думаю, если вы до сих пор еще не поняли, к чему я клоню, это не стоит все-таки покупать магнитные ресницы. Если у вас раздражение от клея, если у вас аллергия на латекс, покупайте клей без латекса, и тогда как бы проблема ваша будет решена, и не нужно будет заморачиваться с вот этим вот ужасом, который сейчас вы можете наблюдать у меня на глазах. Если же вы думаете, что ресницы это дорого, и вот такие вот с китайского сайта это будет неплохой вариант в плане экономии, что их можно даже в принципе на клей посадить, и они нормально будут выглядеть, не будут, скорее всего. Поэтому, если хотите что-то очень бюджетное, можете приобрести вот такие вот китайские ресницы. Это тоже вот такие вот четвертинки или половинки, которые клеятся только на внешний уголок глаза. Как видите, я очень активно ими пользуюсь, поэтому у меня вот только две новых пары осталось. А так уже практически все израсходованы. Стоят буквально пару долларов и, в общем-то, работают отлично. Также отлично работают вот такого плана ресницы, это от Ardell. И вот такой вот набор из 4 пар стоит всего-навсего 10 долларов, и каждую пару можно носить, ну, даже если очень криворуко снимать и не очищать, то, ну, хотя бы 3 раза точно вы будете носить. Когда эти же, я, откровенно говоря, хочу сейчас просто снять и уже дальше не мучить свои глаза. Лично мое мнение заключается в том, что овчинка выделки не стоит. Если у вас все-таки получилось приручить эти ресницы, обязательно сообщите мне, как вы это сделали. Может быть, от какого бренда вы купили ресницы, потому что мои, может быть, плохие, но есть какие-то хорошие, я не знаю. И так как мне особо даже добавить уже нечего, то я буду заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, конечно же, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих видео.